Диспетчер, которая принимала вызов, попросила эту заведующую узнать у самого мужчины, нуждается ли он в медицинской помощи или не нуждается. При обращении к мужчине, мужчина ничего не сказал. То есть помощи, нуждается ли нет, он не сообщил об этом. Сама вызывающая не могла объяснить, есть ли в этом необходимость помощи или нет. Диспетчер говорит, что ну, если помощь не нуждается, то машина выезжать не будет.